Третье. Очень приятно мне сегодня присутствовать на вашем новогоднем празднике. Мы не могли не прийти к вам, чтобы поздравить вас с Новым годом, пожелать вам счастья, здоровья, всего-всего самого наилучшего в наступающем году, чтобы ваши все мечты обязательно сбывались. И мы сегодня здесь, чтобы от имени командования батальона «Призрак», имени Алексея Мозгового, от имени всех военнослужащих нашего батальона, вручить вам подарки и сообщить еще одну очень хорошую новость. Мы здесь сегодня не одни. Эти подарки нам передали ваши друзья из братской соседней России. Они на протяжении долгих лет уже помогают всем людям Донбасса. Это коммунисты России, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Зюганов Геннадий Андреевич, Родин Владимир Романович, Кашин Владимир Иванович и Тайсаев Казбек Уцукович, а также Андрей Валентинович и его коллеги из Подольской железной дороги. Они присоединяются к нашим поздравлениям с пожеланиями счастья, здоровья, всего-всего самого наилучшего, самого хорошего. И, конечно же, все мы с вами в огромной надежде на то, что наступающий Новый год принесет нам мир, счастье, благополучие и процветание нашей молодой республики. Спасибо вам за все. Спасибо за такую чудесную праздник. С Новым годом, с новым счастьем. Пожалуйста.